Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota RAV4 2019 год, белый цвет. Бензиновый двигатель объемом 2 литра, 146 лошадиных сил, АКПП, полный привод, литые диски, хорошая летняя резина, пробег 117 тысяч километров. Имеются повторители в зеркалах, хромированные вставки, ветровитиль, райлинги на крыше. Пол салона у нас ухоженный салон, не прокуренный, темный, кожа. Эко-режим, спорт-режим, климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, антиюз, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, мультируль, кнопка старт-стоп, круиз-контроль, контроль полосы, предотвращение столкновения, подогрев рулевого колеса, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 115. 117, 118, 132, 109, 124, 109, 113, 119, 110, 131.